26 апреля 1986 года произошла страшнейшая катастрофа в истории человечества. И спустя 35 лет этот день заставляет нас задуматься о возможных последствиях деятельности человека, о нашем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы. Память о трагедии, незаживающей раны, остается в душе нашего народа. Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Горько осознавать, что с каждым днем этих героев становится все меньше. Об их подвиге должны помнить мы все. В этот апрельский день мы скорбим по умершим, сострадаем всем, кому пришлось пережить эту трагедию. Благодарим участников ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Они проявили мужество и героизм, предотвратили дальнейшее распространение радиации. Чернобыль навсегда останется символом большого человеческого горя. 26 апреля 1986 года навсегда останется в человеческих сердцах, как день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, как день благодарности людям, самоотверженно вставшим на защиту от ядерной опасности, как напоминание об ответственности человечества за судьбу планеты.